Всем доброе утро, вы на канале Софи Ларсен, и сегодня у нас будет видео про мое утро. На самом деле, я очень люблю снимать такие видео, и они у меня на канале выходят очень часто. Очень люблю показывать вообще свое утро и проводить его вместе с вами, потому что это, знаете, для меня какая-то отдельная атмосфера, поэтому из-за этого я довольно-таки часто такие видео снимаю. В принципе, я бы хотела, чтобы это утро я провела вместе с вами, потому что у меня будут довольно-таки интересные дела и довольно-таки продуктивно, как мне кажется, это все будет выходить, поэтому, мне кажется, будет довольно-таки интересно. Ребят, тренировку я сделала, на самом деле я уже немножечко подустала, поэтому сейчас я хочу поснимать парочку сториз в Инстаграм и также одно видео в ТикТок, и мы с вами можем приступать к завтраку. Я сняла сторис, а также видео в ТикТок, так что сейчас уже могу вам показывать свой завтрак. В общем, у нас это идет просто обычная овсянка, также с бананом и с вишней. И посыпала я это все семенами льна. На самом деле, просто сегодня хочется съесть что-то максимально простое и красивое, поэтому почему бы нет. И также не забываю витамины. Я, если честно, безумно полюбила именно этот комплекс. Я его пью уже, наверное, дня 4. Это, конечно, не прям много. И в действительности, мне кажется, они уже помогают, потому что по отзывам, по крайней мере, все точно так же. То есть прибавляется какая-то энергия, не ощущается какого-то там негатива. То есть больше энергии, больше сил, что ли. Получается, нужно одну на день. Я так и пью. Именно эта баночка на 30 капсул рассчитана на месяц. И сейчас, как раз таки после завтрака, нам с вами нужно сходить быстро на почту и забрать две посылки. Эти две посылки очень интересные, поэтому погнали сейчас быстренько соберемся, оденемся и выбежим на почту и сделаем распаковку. Мой лук на сегодня, так как сегодня 21 градус, то он довольно-таки, знаете, такой утепленный, с кофточкой, футболка Tommy Hilfiger, кофта и джинсы со Stradivarius. Мне, честно, очень нравится, как везде смотрится этот кулон, поэтому я его постоянно и ношу. И опять же, так как прохладно, я буду использовать этот мист от Victoria's Secret с запахом ванили и кашемира, потому что он более сладкий и теплый. Итак, ребята, только что вернулась с почты. И вот мои две посылки. Сейчас я сделаю распаковку в ТикТок, и здесь я тоже покажу, что было внутри. Ребята, это просто прелесть. Я открыла первую посылку, это невероятно красиво. Я такого, честно, еще давно не видела, очень классно, вот серьезно. Эта посылка просто невероятно интересная, потому что здесь у нас лежит два ежедневника. Посмотрите просто на первый ежедневник, это просто невероятно. Идет именно с маленьким принцем, если честно. Очень красиво, серьезно. Также второй не менее красивый ежедневник. Они идут оба недатированные. И вот разворот именно первого. Все очень красиво и много места, чтобы записывать разные дела. Также есть просто листочки в линию для заметок. Также здесь есть именно разные задания, чтобы разнообразить ведение ежедневника. И, честно, мне кажется, это очень круто, потому что я раньше такое давно искала. Ну и сама обложка тоже очень красивая. Именно с маленьким принцем. Если честно, я просто влюбилась в него с первого взгляда. Сама обложка прям очень приятная, матовая, и я такие очень люблю. Давайте просто откроем, посмотрим разворот. Это просто прелесть, ребят, серьезно. Здесь также есть закладочка, если честно. Вот для фанатов маленького принца и так далее, и вообще для фанатов книг, это, мне кажется, ну, просто очень красиво. Вот здесь именно разворот идет просто невероятный, потому что он идет, знаете, в таких пастельных цветах, и здесь довольно-таки много места, чтобы писать, то есть мне безумно такое нравится, серьезно. Поэтому, если честно, именно эти два ежедневника для меня просто любовь.
Эти два ежедневника я заказала в магазине, владелица которого просто невероятная девушка, она очень приятная в общении, и поэтому, мне кажется, это очень важно, когда делаешь заказ в каком-то магазине, потому что я всегда была такого мнения, какой владелец, такой магазин, и здесь все идеально соответствует, потому что девушка просто прекрасная, и магазин не менее прекрасный, так как она планирует закрывать уже магазин и распродает все по очень приятным ценам, ежедневники, пеналы. Не могу еще раз показать эти ежедневники, кстати, тоже оформление посылки было просто невероятно. И мне кажется, на подарок как своим близким или же для себя любимой, это просто отличный вариант. Поэтому ссылочку на магазин я оставляю в описании под видео, и я уверена, что каждый найдет что-то для себя. И в этой посылке был такой невероятный роллер от Кика. На самом деле, мне кажется, я купила этот роллер именно после того, как он уже есть практически у всех. Но мне все-таки захотелось попробовать. Он выглядит очень симпатично, и поэтому можно будет делать и красивые фоточки, и также массаж. Сейчас уже как раз после похода на почту и посылок хочется немножечко отдохнуть и, скажем так, правильно завершить наше утро. Я хочу немножечко почитать. Знаете, меня это очень расслабляет, и я стараюсь читать по страниц 20-30 утром, потому что вечером мне довольно-таки тяжело сильно много прочитать, потому что я сразу хочу спать, а утром это очень даже легко сделать, поэтому предлагаю почитать. Я до сих пор читаю Джейн Эйр, и опять же, я читаю где-то по 50 страниц на день. Знаете, сюжет просто, ну, очень мне нравится. Ребята, немного почитала, и как последнее дело на сегодня, я хочу посмотреть сплетницу, конечно же. Знаете, чтобы это утро уже было по максимальному прекрасное, поэтому давайте смотреть. Я посмотрела половину серии, на самом деле я очень довольна, и уже как раз таки через минут 20 будет час, поэтому, если честно, я очень даже довольна нашим утром, мне кажется, оно выдалось довольно-таки продуктивным, интересным и вообще очень даже хорошим, поэтому я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Но это было все, с вами была Варса Филарса, до новых встреч, пока-пока!